Для лечения гемодиализом в Запорожье обещают создать соответствующий центр. Однако сроки реализации проекта упираются в финансирование. Больше об этом знает наш корреспондент. Сегодня в городе получают лечение хроническим гемодиализом 126 пациентов и еще 6 перитониальным. 15 человек находятся в очереди. Такую помощь на сегодня предоставляют отделения в 4 лечебных учреждениях Запорожья. Более эффективно бороться с этой проблемой поможет городской диализный центр. Проект уже прошел все необходимые экспертизы, однако инфляция породила проблемы с финансированием. Изначально проектная стоимость составляла 16,8 миллионов. И создание городского диализного центра планировалось на базе городского лечебного учреждения Центральной районной больницы Орджоникидзевского района. В текущем году в связи с инфляцией был произведен перерасчет сметной стоимости объекта реконструкции, и по действующим ценам на 2015 год стоимость работ составила более 36 миллионов. На организацию центра претендовала еще 9-я больница, однако там ремонтные работы обошлись бы дороже, тогда как реконструкция в 10-й обойдется в 8 миллионов и еще 20 понадобится на закупку оборудования. Впрочем, поставить на безоплатной основе диализную аппаратуру, системы водоочистки и сервисное обслуживание предлагает известная компания, производитель медоборудования. Учитывая такую возможность сэкономить на закупке медицинского оборудования, было принято решение изыскать средства на весь объем реконструкции для того, чтобы закончить работы по реконструкции помещений уже до конца этого года. Тем временем многих пациентов 10-й больницы это перепрофилирование обеспокоило. Побаиваются, что другие отделения закроют. Однако волноваться не о чем, утверждает руководитель медучреждения. Проект предусматривает сохранение антиаритмического блока на первом этаже и приемного отделения. И там же предполагается размещение диализного центра. А уже кардиологическое, ревматологическое отделение у нас будет располагаться на втором этаже и терапия на третьем этаже. Коечный состав остается прежний. Лечение гемодиализом сегодня финансируется из городского бюджета. Сейчас на лечение одного пациента требуется около 200 тысяч в год. Если в 2014 на эти цели из казны было выделено 11,5 миллионов, то в этом году расходы возросли до 23.